Солнечный бульвар, центральная автомобильная артерия, ЖК «Государев дом». Именно здесь, в рамках Дня добрых дел, ученики Лопатинской школы, представители территориального отдела «Видное Расторгуево» и сотрудники МБУ благоустройства высадили новые деревца. Как отмечают участники, основная движущая сила мероприятия – школьники. С удовольствием копают, присыпают, сажают. В общем-то, это очень здорово. Мы, можно так сказать, поприсутствовали, а вот школьники сделали всю основную работу. Всего за полчаса полоса, разделяющая транспортные потоки на Солнечном бульваре, преобразилась. Впрочем, ничего удивительного. Многие участники акции – опытные садоводы. Я выросла в деревне, и приходилось почти помогать бабушке посаживать деревья, пересаживать цветки из горшка в огород, скажем так. Так что опыт, думаю, есть. ЖК «Государев дом» зеленым не назовешь, а потому появление здесь сразу 40 лип местные жители приняли с воодушевлением и благодарностью. Но, как говорится, есть над чем поработать. Здесь действительно у нас не хватало деревьев. Жители рады тому, что нам сажают деревья, липы. Надеемся, что и в дальнейшем здесь установят ограждение. Зимой данный газон заснежен. Думают водители, что здесь площадка для стоянки транспортных средств, она не огорожена никаким ограждением. И после одного-двух случаев парковки все это превращается в стихийную автостоянку. Здесь не хватает пешеходного ограждения. Будем надеяться, что просьба местных жителей будет услышана, и в скором времени этот кусочек земли приобретет законченный внешний вид. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.